А все мы являемся частью вселенского информационного поля. И в каждом из нас есть частичка Божественного Духа. Каждый рождается с Божественной искры. И чем теснее связь человека с духовной энергией, тем больше он счастлив и спокоен, любит себя и жизнь. К сожалению, с течением времени эта связь ослабевает. И если человек ее не поддерживает, он начинает забывать о своей духовности и теряет эту связь. Такую энергию называют по-разному – духом, бесконечным разумом, космической силой, высшим «я», интуицией, жизненной силой, вселенским информационным полем, божественным духом –